Смотрите завтра в «Больших новостях». Цены вниз. Могут ли подешеветь антиковидные лекарства после заявления президента? Можно вот этим вот давлением на цены получить вообще дефицит препаратов. Как государство будет контролировать стоимость препаратов и хватит ли запасов на вторую волну? Смертельный укус. Как в Сатпаеве бродячие собаки загрызли 6-летнюю девочку. В день трагедии ребенок находился под присмотром знакомой бабушки. Что делать с бездомными псами и почему животные оказываются на улице? Неудачная подача. Кислане все продается. Как эмоциональная фраза волейболистки обернулась грандиозным скандалом. У нее есть доказательства? Это вообще судебное дело. Кто заступился за спортсменку и чем еще знаменит отечественный волейбол? Большие новости в субботу в 21:00 на КТК.